Один из самых техничных видов мотоспорта, в котором важно не то, насколько быстрый у тебя байк, а как хорошо ты умеешь им управлять. Здесь не гоняют, а объезжают препятствия в виде конусов. Победителем становится тот, кто быстрее всех безошибочно пройдет трассу. Знакомимся с мото-джимханой в программе «Время спорта» 31 мая в 19:45 на телеканале «Самара ГИС».